Все, давай файтимся. Все, давай, мужики, бодаемся. Давай, ломай, Джонни, ломай. Да, видишь, у меня преимущество на массе. Да он жирный, сука. На массе, блядь, на массе. Андрей, нажмёшь принципиально, на пробел, может, принципиально или нет? Не буду, принципиально такое? Не буду, умоляйте меня. Что, не нажмёт на кубик, тот лох. Да давай, умоляю. Нажимай уже, а. Короче, ребят, ты прикалываешься, нажмёшь, может быть, или нет, а? Подождём, ребята, никуда же не давай. У меня, по-моему, самый большой выпал. Нормально. Так, Андрей, Джонни, у тебя самый маленький. Ну, сказал мне семёрочка. Сегодня мы в игру зашли не просто так. У нас снова новое обновление, добавили новые мини-игры. А, во, смотри. Это что такое? Это миниган какой-то. Фига себе, это что такое? Это склад оружия. Подожди, я не успел просчитать. Какой-то склад оружия. Я не знаю, где сундук. Блять. Потому что у меня больше всего. Сундук стрелы снизу, поэтому... Поехали сюда. Мне интересно посмотреть, что за склад оружия. Джонни, у тебя станок рабочий. У нас 10 ходов. Блять, я не смотрел. Братан, не хочешь нахуй пойти отсюда? Ключи, что тебе не нравится? Ты нормально походил сейчас, что тебе не нравится? Джонни, ты специально носатого выбрал? Да. Это да, да, да. Так, я пошел на склад оружия, мне похуй. Тебя тихо слышно очень, Андрей. На, нахуй, тебя вообще не слышно. Сделай себя погромче. Как-нибудь, я не знаю. Тупо завали лицо. Единорожек. Так, а что, значит, есть уже, нет? Вот, смотрите, там новые предметы добавили, там какой-то посох, там какая-то турель. Нихера там оружие. Хера, семерку вылетел. Так, ну я пошел и пойду сразу за сундучком. Да. Нет, Олег, скорее нахуй уйдешь сейчас. А, нет, на хилку пошел. Не-н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 е. Красиво. Так, давай, Алексей. А, и Кирюха, извиняюсь. Вне слушания идти, старичество. Ну и выбирай, тут уже реально. Здесь есть только кофе. А тут... Да, привет. На, нахуй полетел. И просто кэшбэк, просто обратно ему. Кэшбэк, да. Лети шоп. Сейчас будет 8. Да ё-моё. Ой, Лёш, если вниз пойдёшь, то ты наступишь на взрывчат. Ну, я понял. Ну, никто меня не служит, конечно, да. О, ключик, до меня, до меня, о! У меня один ключик. Нормально ты летел, там нос свой подобрал длиннющим. О, вот этот режим я люблю. Это старый режим, я надеюсь, что мы быстренько сегодня дойдем до новых. Вот, так сказать, ну давай, я побежу. Так, где я? Я побежду! Тихо. Нет, стой! Прям в центре сидеть кайф вообще. Стой! А чё никто не падает? Да ёб твою за ногу. Первый улетел. Да кого падать? Давай! Падайте, лохи. Хорошо! Тихо! Не, давай зеленого зага, бля. Хорошо, да. И, ну давай, Леш, давай. Да что вы яйцами трётесь? Давайте как мужики, на. Да. Раунд два, давай. Еще не все кончено. Я своим просто рогом, понимаешь, своим носом. Ну а полетел. Вот и все, вот. Разгончик забахал. Кирюха, держи! И чё, зелёный, я давай! Я держался до последнего. Давай зелёный. Я защищу. Какой-то задача что? Итак, прямо сейчас мы видим двух противников. В принципе, слева, так выглядит первый раунд. Пошёл нахуй! Третий раунд, носатый давай. Носатый побеждает, я понял. Просто ну, заточил его. А носатые захватили этот режим. Носатые на первом. Вам нет смысла, мы бодаться умеем. У нас есть чем бодаться. Бля, у вас носы рулят. Стой! Ай, зацепились! Ай! Нет, стой! Это так подло сейчас было! Просто максимально подло, пошел. Я понял! На! Давай, Джонни, я верю в тебя! Нос, ты победишь! Давай! Вот он, я его! Победитель этой игры! Так, а что по предметам, блин? О, сука, смотри, какие мышцы просто! Я знаю, что я на третьем! Зачем они такие соси? Ходи, Джонни, прошу, вперед. У тебя самый подлючий этот попался не режим, а как телепорт. Да. Подожди, а как карта? Причем там новые скины, эти новые предметы. На R, так. Так, подожди. Ну да, да, мне вниз он говорит. Да, да, вижу. И лучше говорит, иди-ка нахуй, улетай отсюда. Так-то да. Лучик добра называется. Давай, Леша. Ходи. Два. Кира восьмерка. Нормально тебе выплата. Мои ключи, смотри. Спасибо большое.
Подожди. Еще захавал? Сейчас смотри, сейчас я к Жоне встану, отвечаю. Просто носаток вытягивает друг друга. Кирилл, это как ты еще? Да, это чисто ванга. Ну давай, пацаны, вам так как нормально остается? Удачи. Как просто как евнух рядом стоит просто. Они сейчас дойдут до склада с оружием, и что-то будет, что-то начнется 100%. Что-то интересно. Смотри, один. А, ну 7, ладно. Не угадал. Ну почти один. Вам обоим семерка выпала. Вы типа друг от друга не отходите. Зачем Кирилл вообще? Кирилл, зачем ты за мной пошел? Я за оружием. О, это новая игра. Это Тетрис какой-то. Подожди, да ладно. Это типа Тетрис. А что надо сделать? Установить на пробел и ставьте ящики друг на друга, выбирая наиболее подходящий момент. Победит игрок пирамиды, которого первый достигнет верха. Надо, короче, вверх. А, изи. Блин, я понял. Вот это, кстати, интересно. А почему я наверху? Да потому что мы все не уместились. Так, на пробел. На пробел. Блин! Так. Блин! Так. Да, блин. Так. Да ё-моё! Кто там уже хуй рисует? Кто там метки такой? Кто? Джонни, ты там офигел? Бля. Давай. Бля. Да ёптвою мать. Да ё-моё. Да блин! Да ё-моё! Эй! Нифига себе, она быстрая! Она очень быстрая! Я там средний палец сделал, я факт сделал. Да! Машина нахуй! Да ёпта! Давай. Да ну! Давайте, дружки. Кирюха там уже потолка достиг! Закончил! Да я построил уже! Не, вот это последнее сейчас, Кирюха, это последнее. Я не понял. А потому что ты еще не финишировал, когда финишируешь, дадут. Я понял. Да не, забейте, пацаны, забейте. Это бред. Да я не верю. Не. У Кирилла 0 очков, он смотри, как высоко поднялся уже там. Так он не финишировал. Ну, ребята, победители этой игры, как всегда, большую. Да ладно, вы гоните, что ли? Плюс 8. Вы что, гоните? Это прикол какой-то или что? Что-то прикол был. Что, кто там подарочки хочет? А, так открой подарок. Ну-ка, open case. Open. О, тебе повезло, ничего. Ну-ка. Повезло ему, все. И? Кейсик его. А как? Подожди, а мне хватит? Не. Оно не 50 случайно стоит? Она 40 стоит, а ты чё гонишь? Опен кейс, ребята, нож! Первый сундук уже отправляется, Джонни, вы чё прикалываетесь, что ли? Я понял. Быстро. Чисто рандом зарешал. Как он это делает? Какой рандом? Это суперскилл, ребята, Немо. Вот так вот во всех играх, я понял. Так Немо для лохов. Слышишь, ты чё там пизданул? Чё там скукарикал только что? Так, ладно, это был первый. Давай сюда. Новый добавленный, мне интересно посмотреть на второй. О! И вообще их, по-моему, там три. Найс. Как я у меня дефейс небольшой. Какой смысл? Пять! Подожди, а... Пять! 9! Неплохо, достойно, нормально. Достойно. Нормально. Ну-ка, ты прям к Джонни сейчас подойдешь? Нет! Давай, пора топить! Да, пацаны! Да, бля! Все, я в красных водах, пацаны, нормально. Так, а где у нас это? Когда сундук прям сзади вас. Да, а там просто прошли. А все, нужно по кругу это вам давать. Вам сейчас надо пойти. Ёпта. Вам нужно. Не, быстрее будет, Кирилл, если ты на пушку пройдешь. Сейчас типа налево. И думаешь? Там пушка будет. А я назад. Ну, да, снизу же, напомню. Ну. Не. Это, ну так быстрее будет. Хотя. Ну вообще, по идее, да. А, он переплыть за ключи может. Но смотри, Кирилл, сзади есть склад с оружием, который что-то делает, но я мы могу, не знаем, я... что он делает. Боже. Опа! Нормально, опа, залутал, честно. Кирюха решил рискнуть и попробовать как бы новую фишку. Ну, мне кажется, да, это не оправдает. Да, я просто но показать посмотрим хотя бы. Нет, так я покажу, иди в пушку, я покажу. Какую пушку, ты чё? Так он уже не пойдет в пушку, Андрей, он уже дальше... Ракета. Посмотри, что ему дали. Берите, Кирюх. На, минус 16. Минус 16 хп, вы чё гоните? Пожалуйста, Олег, уходи, такое случается уходи. Раз на неделю в месяц. Олег знает, можешь ему не напоминать об этом. О, ребят, угадайте, как побежал. А на что, как кнопки? Кнопки? На Q. И там две кнопки. Такой тупой режим, блядь, такой тупой режим. Нормально, ребят. Блять, отлетел сразу. А ебать, не работает. А, это другое. Нормально, все работает. Все хорошо работает. Чего вы начинаете? Да я дебил. Я думал, это перепрыгивать надо. Давай. Хорошо. Ну давайте, пацаны, побатлимся. Да, в этом режиме равных мне нет, поэтому удачи вам пожелаю, господа. Ты пройдешь это, как обычно. Я знаю. А я, блин, путал, не то. Тыц.
Бля, долбоёб, долбоёб! Это просто, ну, понимаете, это проверка на реакцию, пацаны. Да у меня все нормально было, просто я прыгал, когда нужно было приседать. Ай, блин! Офигенная я запылил! Сегодня не мой день однозначно! Нет, все, я после этого момента понял, что сегодня явно не мой день. Просто 100% не мой день, я понял. У меня же сердце в пятки отошло. Там, а воды там отойдут сегодня, нет? Или когда там у них? Воды там, не отойдут, я думаю. Что там собрался? Ну давай, ходи! Ну нахуй! Ты насад его не трожь, только колопропадно! И куда сейчас? Где кладбище? Надо... Спасибо, спасибо! Лучший! Не за что, братан. Ты не заберешь пушку. В смысле, Джонни, тебе наоборот сейчас усложнили, только знаешь, тебе дольше сейчас идти до сундука. В смысле, оружие? А нахрен мне? У меня ключей нет, И оружие, чтобы взять тебе оружие? Вот давай сейчас посмотрим, что Кирюха будет делать. Ну, Гагерила. Ну, Кирилл, не бери оружие, не бери, да? В смысле, не бери? Подожди. Я возьму, блин. Опа. Оно бесплатное, да? Да, я думал, в другую сторону иду. Кирюх, ты следующий ход на Джонни переэкспериментируй. Хорошо. Я лучше сейчас Кирюху, я лучше сейчас Кирюху в ебеня отправлю, чтобы рядом со мной его не было. Я его в другую игру сразу лучше отправлю, чтобы точно здесь не было. То что это ядерная бочка мне не нравится. Выглядит красиво, Джонни. Смотри, блядь. Сейчас Андрей еще сможет дойти туда же, сейчас посмотрим. Он долетит, мне кажется. Все, он завязал, или еще можно идти? А можно. Не, можно, там бесконечно подходит. Как из этого меню смотри, там есть какой-то подсок еще и турель какая-то есть. Так что я... Опа, как раз, смотри. Лучше, Андрюх, дойти. Он сам принял решение без меня. А потому что у тебя время вышло, у тебя время вышло на обдумывание. Да, у тебя время вышло, и он... Я из этого меню не знал, как выйти. Кью. Блин, ну ладно, сейчас мы, так сказать, протестируем, что это за почина там такая у нас. Ну что, Кирюх, как дела? Смотри, сейчас ему... А как ты его телепортируешь? Смысл ныль. Ты можешь хайпером, бля, не успел! А у меня завязалось она, получается? Нет. Подожди, я что, деактивировал? Да, а, не, стоп. Да он сам, он сам ходит. Подожди, я не успел, бля. Да потому что время вы тупите жутко. Так, ладно, следующий режим. Это новое. А, что такое? Так, смотрите, инструкции. Бейте падающие объекты, точно рассчитывая время удара, чтобы зарабатывать очки. Здесь удар, битый, пробел. А, то есть просто пробелом надо убивать. Да, в точку прям попадать. Бега, давайте реакцию понял. Сейчас свою покажете. О, вот это интересно. Я так, не все, понимаю. Запомнить, бейсбол. Ну, а, ну и куда? Ноль! И как это работает? Кто? Как ты это отбил? Бля, я не понимаю, как работает. Как ты, Джонни, это сделал? Все, пошло добро. Ты с какой 45? Ты что гонишь? Добро пошло, ребят. Это бред. Это бред, пацаны. Да это вы что прикалываетесь, что ли? Что за день-то сегодня у меня такой? Пошло. Не, просто забейте. О! Хорошо! На домашнем обучении в эту игру все, играл, просто понимаешь, и нормально. Да что за бредятина? Че, ребят, че по поинтам там у вас? Плюс 5! Да что за бред? Какой плюс 5? Ты посмотри на Джонни поинты. Плюс 0, что? Вы че ровлите? Это че за приколы такие? Давайте, догоняйте, расскажите, ребята. У меня просто... 800 просто. У Джонни было 700, почти 800 очков, вы поняли вообще, да? Это петушиный поступок. Все, Джонни, все вход в полу. Смотри, чувак, для него вода спускается. У чувака просто моник за 200 косарей там был. Шарит-то, сука, он знает, блядь. Джонни реально читер какой-то, ребята, я не понимаю, как он это делает. А у меня портал есть! 144 герца. Так, подожди, у меня 240, у меня 240. Хайпером, хайпером. А, ну я понял. Это петушиный поступок. Не, парни, я предлагаю, знаете, я обычно против насадок не иду, но тут особый случай, я думаю, да можно... Подожди, дай ему в нос, чтобы у него вообще... Так ты против самого себя сейчас пилять будешь. Шнобель прописать ему разочек, так реально. Ну реально, пропиши ему в шнобель, блядь. Давай, давай, давай. Да летишь, напишешь, давай. Только попробуй сделать то, о чем я думаю. Только попробуй сделать. Вообще нахуе прокатит тебя. Олег, поехали. Нет, Андрей, Олег, поехали с маленьким. Олег умирает. Олег умирает. Я умру. До меня, оп, и останови рядом со мной. Красава. Прям чисто ход остался до меня. Красиво просто. Олег,
Олег, я не мог упустить такую возможность. Олег, Кирилл, только попробуй. Хочешь, я проверю? Да, проверь на нем, реально, он же хотел узнать, Кирилл, попробуй. Чисто ради... Это кто? Ну-ну. Ёпта. Это карма, Андрей, понял? Кирилл, да проверь, Кирилл, давай, нормально. Ему было больше всех интересно. Только попробуй, Кирилл. Олег, ну чисто для интереса. Зарази его этой. Коронавирус, да? Нет! Но! Нет. Попей говна, блядь! Что это такое? Хиромутант! Что это такое? Я мутировал, пацаны! Это сейчас превьюшка косплей на маньяка, вот эта огромная голова, вот это вот. Короче, парни, я играю против вас, мне не нужны вот эти все ваши сундуки сегодня. Интересно, а у тебя пенис увеличился? Я буду сейчас по кругу здесь бегать, собирать это оружие и буду просто направлять на вас, понимаете, в чём дверь. Там случай с Олегом, там в минус улетел. Ну что ты там сделал? Не, Джонни, меня сейчас! Не, да смотри, тихо, не слушай. Лучше пятна, нахуй. Вот я говорю, сразу нужно было. Надо было. Бля, Андрей выигрывает, ты кого слушаешь? В смысле? Петушиная игра. А что тут делать? Андрей, даю зеленый это, сигнал на объединение. А что делать? Тебе не объяснили даже. А Джонни, какого цвета у нас? Динамит, это горячая картошка, которую передавать надо, пока она не взорвется. Че, куда заныкались за гаражи, блядь? За гаражами хуй сосал. Ну, пососешь, напишешь. Нахуй ты меня оглушил! Сука, иди сюда, блядь, единорог ебаный. Стой! Носатая война. Просели. Да, блядь. О, в смысле, блин, я ж почти перетух. Да пошел ты. Не, все, я же больше не играю, реально. А против меня реально не нужно играть. Вот это зря блокировка. У чувака моник 240 Гц, о чем ты говоришь? Тебе реально, Джонни, моник 240 Гц? Да. Понимаю, все. Блядь, нахуй ебать гонится. Нифига, а он все. Бля, я ебал. Давай, закрывай его. Беги, хорош, Кирюха, лучше. Отомстил просто за нас. Давай, молодец. Я рот ебал. Уходи. Нет, сука, я думал, сейчас закину. Ах ты, мразь, куда ты прыгаешь? Не, ну у меня реально сегодня вообще игра не идет прям по полной. Да что он там Кирилл стоит? Кирилл никто не видит, Кирилл, по-моему, за зеленым контейнером стоит. Да рот закрой, а! Да слышь! Я понял. Слышь, малыш, бля. Слышь, малыш! Куда ты жил? Просто контейнер клюнул, блядь, и застрял. Стойте, подальше старым добрым традициям. По традиции передавайте друг другу просто и все. Не надо убегать до Татау, просто жми ЛКМ, просто жми ЛКМ, просто и все. Татау, реально, что уйти, все нормально. Не убегаем. Кто убежит, тот крыса. Не убегаем. Мужской поступок, мужской. Восемь. А вот сейчас. До мужика до конца. Ты сейчас знаешь, Кирюх самый первый бежит просто в другой конец. Четыре. Не подсчитывать. Три. Две. Кусы, стой. Успел. Сука. Успел я. Ну, побеждает у нас Леша. А мне интересно. Школьникам всегда везет. Как я понял, то есть с этого только оружейного склада можно только с него подобрать, типа, новое оружейки. То есть просто так в раунде ты не можешь выбить. А они еще открылись где-нибудь? Так. Нет, они там типа в одном только месте. Нет, она только с одной стороны. Не надо, меня не трогай. Джонни, телепортируй, да Джонни, телепортируй! Не, было бы тупо, потому что ты бы сейчас ключи еще... Ты бы ключи захавал бы сейчас. Это как на одни и те же грабли наступить. Ты реально лучше бы ключи захавал. Я не знаю, нажимал. Вы как будто в первый раз, по-моему, партии играете, реально, я не пойму, пацаны, вы чё? Да просто ты гад для задротов, как ты. Давай, Кирюха, на пробел, нажимай, полетели. Нажимаю. Опа, пятёрочка. Я не понимаю, а куда. Опа, кто у нас? Я думал, тонуть будет сейчас. В говне тонуть будет. Ну-ка, что будет сделать, Кирилл? Давай. Ну, хорошо. Опа, подарочек, нормальная тема. Бля, по-братски, просто дай иди, а. Так, парни, напоминаю, что у нас осталось ровно 4 хода, как бы, да, до конца игры. Бля, не дошел, заебал, бля. Тупой долбоёб, блядь. Сука, оружие не достанет. А что мне есть? Да, зачем-то меня-то, я тебя ничего не трогал вообще. Ничего нет у тебя там, иди давай, шуруй отсюда, быстро. Ладно. Ничего не достанет там у тебя. Смотри, а он сейчас встанет, он взорвётся. Фак мэ! Ты что, оба не дошли? Это нормально у тебя. Так, а можно походить? О, пойди. На, мутант. Я до сих пор больной на... До сих пор? Олег сейчас умрет. До сих пор. Неделя в пушку залез. Отклонить.
Отклонись. Красава. А суть где? Ну, давай денег. Ты, я сейчас сказал его нет. Слышь, а там полетел? Так я же говорю, нету. О, пылесосим. Ой, кто, кто выиграл, тот лучший сосун. Минетик. Что, гоните, что ли? Я выиграю. Кладман мудак, ребят. Кладман мудак. Минетик. Ну, пошлите, пацаны. Давайте, парни, удачи вам. Все нормально сейчас, парни, давайте. Ну да ты со сыном. Нас это не интересует. Так, Андрей, я... Ты мне рассказывал, как это делается. Чего, блядь? Ему ушей пропустил. А ты повторил, что ли? Олег, а зачем ты спрашивал у него про это вообще? Я не спрашивал. Реально, Олег, зачем ты спрашивал? Я ни одного не нашел еще. А что ты опять меня начинаешь шерстить? Я, походу, хуже всех сосу, пацаны. Вообще ни одного не нашел. Живот, Андрей, да. Нормальные советы даешь, работай. Ебать, ну нахуй! Да нет! Да почему именно ему везет-то на это? Ну что за бред? Пока Джонни лучший сосун. Реально. Да посмотри, что Джонни просто делает сегодня. Не, это просто бред какой-то, реально. Ты понимаешь, я всего один кристалл нашел. Ты понимаешь это? Ты понимаешь, это бред? Ты же понимаешь, что это бред? Один кристалл. Мы все тут выдули. Крыса! Нет. Да, три, две, давай, ну же! Ладно, да! Я бы... А, ты, смысл, у меня же сосун. Было 10, кто меня спиздил? Олег лучший сосун. Но он сейчас все равно умрет на мутации. Олег, ты умрешь. Вы что, гоните, что ли? Олег, так близко и так далеко, и ты умираешь. А, серьезно? Не-не-не-не-не, я выздоровел, пацаны! А пенис снова маленький. На всякий случай. Кириллу не напоминаю больного. Поехали дальше. Парти, а почему, ты, а почему ты не взял эти ключи? Не знаю. Опа! Опа! Вот и все, парни. Это вам небольшой подарочек. Тебя что же засосет? А, нет. Меня нет, я говорю, мне уже пофиг на эти сундуки, играйте сами. А вот меня бахнет сейчас. Я пойду сейчас за оружием. Это тактическое было. Оп. Смотри, он сейчас берет, смотри, берет, и я иду прямо на сундук. Смотри, что... А, не хватает. Сука. Какая ебать, ты там прокудахтал, нахуй. А, ну что, Андрей забирает. А я забираю его, ебана. Ебана. Конечно, открыть. Я понял. Забирай давай. Поздравляю, Андрюша, поздравляю. Вот. Слушайте, а вы... Когда вообще такое было, что Андрей на втором месте? Андрей обычно вообще проигрывает, по-моему, партию. Ебать там, Олег, твоих ключей, смотри. Ох. Да, у меня вон 25 ключей, мне даже на кейс не хватает, понимаешь? Два кактуса на пустыне просто. Ой, я пошел туда. Нормально, да? Нанов. Хорошо, спасибо за ключики, Андрей, спасибо большое. Спасибо, ценю реально, спасибо. Леша! Леха такой, все стоят в одном месте, Леха. Нравится, да? Леха изгой такой там стоит один. Терпит просто. А почему меня сюда... Терпельный уголок. Я умру. Все пацаны стоят в одном месте, чилят, блядь, а он там... О! Лёша, кстати, умрет, пацаны, держу в курсе в следующем раунде, поэтому... Поэтому надо где-то магнит залутать. Вообще! Я не знаю, как так повезло. Лаки. Так, что за следующий? О, ну давайте. Здесь, короче, нужно уворачиваться просто еще. Какой я там проглотил, так, только не потеряйтесь, пацаны, в друг друге, потому что сами знаете, насколько это бывает иногда печальным образом заканчивается. Так, и надо подбирать еще вот эти вот штучки. Да ладно, блядь. Бля, но сука, я тебе говорю, он ж не знает. У тебя IQ хороший. Сука, блядь, я теряюсь. Правильно делаешь? Ты потерялась, да? Блядь, кто там? Да ёб твою мать, я потерялся. Пока, хорошо. Так, нас осталось четверо, пацаны. А тут четыре пацана. Четыре гонщика. Вообще, иди. Я понял. Такие четыре дебила. Блять, я самый опасный, оказывается. Это тебя говори, Андрей. Блять, оп. Да как так-то? Отлично. Это я всегда побеждал в этом режиме, просто... Олег, но тут пришел новый побед... Мы ничья! Одновременно просто легли. Ничья! Не, это бред какой-то, ребят, я реально не понимаю, как это работает. Это просто сегодня реально, ну, не мой день вообще. Только не умри, пожалуйста! Ты умрешь. Умирает, смотри, смотри. О, спасибо за ключи. Кирюх, если магнит есть, засоси там... Хрена там, соси. А, не засосу. А нормально там, Леша, подарок такой, слышите? Сейчас один выпадет, смотри. А, я понял. Посмотри, что делают. Я надеюсь, ты право полетишь.
А что у меня карта? Да, у меня камера тоже там типа. Охуенные баги. Что это было такое? И по новой здесь же умри. По-моему, Леша жульничал, по крайней мере, мы ничего не видели. Свои же нельзя подбирать. Ага. А что это за магнит, блядь, за километр? Так, слышишь? Человек, блядь, магнит. А ну-ка, отдай-ка мне. А, блядь, не достает. Нет. Да ну что, а, нет, достала, достала. Рожа крысиная, блядь. Почему все против меня? То токсичными отходами обольют, то ключи заберут, то ракеты задавят сегодня. Иди отсюда, давай. Слушай, полетай. Нет. Да лети, там сундук последний. Эй, в натуре, блядь. Эпоху. Бля, в натуре я, бля, в прокуратуре, бля. Убейте, Джонни убить надо, у него 20... А, у него, подожди, у него ключей пока не хватает. Да. Хоть что-то радует. Давай, Андрюша. Ты можешь, кстати... А, телепортнись со мной, поменяйся со мной. Телепортнись с Джонни, и он не заберет. Я пошел за сундуком, мне похуй. О, заебись. Сундук. Тебе твой... не хватит, чтобы перелететь, кстати. Да не за сундуком, я сюда пошел за оружием, Олег. Я заберу его. Не, ну я... Да почему ты? Я хотел подобрать... О, ты что такое? Палочка какая-то. Это около Эндермо. Я понял. Я уже третий круг делаю вокруг и каждый раз мимо. Не, все, это габелло. Олег был по кругу пущен. Это просто невезуха какая-то, реально. Я понял. Олег, иди сюда, я на тебе применю. Стой, я на тебе применю, идиот. Да, туалет мне, не трогай меня, реально. Куда ты припарковался, ё-моё? А тебе не должно это волновать. Ну да, конечно, у меня ключей же не хватит. Прекрасно, да. 23 ключа, нужно 40. Опа, потек немного. Ну что, погнали? Немножечко, Кирюха, нам реально 3. Но, раз, мне кажется, на... Ну, 2, ладно. Спасибо. На. Лучше. А куда они пошли? О, спасибо. Спасибо. Бомбермен. Короче, здесь... Ты знаешь, что... Ну как бомбермен, да. А, ну где все, я? Нормально. Да, нужно сначала понять, где кто вообще находится, чтобы как бы сразу заранее... Чуть сам себя не закрыл. Так сказать, и сразу нападать на нее вот так вот. Без шансов просто. О, у меня усиление. Давайте, парни. Ой, смотри, у них там уже нормальная вечеринка. Крысы, блядь. Ага. Обрыганы. Ага. Кто там мид занял? Я на миду, пацаны. Выходите на плент. Ой, блядь! Ай, блин! Нет! Хорошо! А! Ебать, заблочил! Хорошо. Блокирую. Как бы меня сейчас не заблокировали. Тихо. А, то есть я первый слился. Ой, бля. Воу! Чил, мэн, чил! Нифига себе, как много! Беги! Да заебали. Может кто-то умрет уже, нет? Ну реально пора по умру, ребят. А-а-а! Заебать! Так близко было. Может умрете? Куда ты там? Бля, пизда. Всё. Где что взорвётся? Да! Просто давай. Раунд еще. Опять нас Ну да, еще второй раунд. Вы же думали так просто. Не-не-не-не-не-не. Сейчас только самое интересное начинается. Сейчас все уже приловчились, все уже знают, как играть, поэтому... Нет. Да. Сейчас, смотри, сейчас все сразу будет. Да. Ну-ка, вот сюда. Ну-ка, Джонни, я на тебя нацелен. Да. Я просто реально, у меня триггер просто. Куда там прицел свой? О, уходим! Я сам взорвался опять. А что ты там оп делаешь-то? А я хаваю. Кирюх, что, похавал? Да. Как бля, я ебал свой рот, блядь. Ну, Кирюха, погнали. Понял. Ухожу. Я сам себя просто закрыл. О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капец, это по таймингу было. Ты сам себя заложил. Не, нормально. Ой, ёпта. А, внезапная смерть, понимаю. Ха-ха! Shit machine! Батя, просто батя наказал всех! Так, а чё, мне дадут телепорт? Классно! Давай со мной телепортируйся, Олег, сразу! Так на ком посох попробовать, или вам не интересно? Так! Погоди! Мне нужно что-то сделать... О, как раз под меня водичка успокоилась! Надо сделать что-то так, чтобы Джонни не хватило сейчас на открытие! Чё у меня есть вообще? Так... Телепорт! Не хватит вообще мне, если... Парни, а Джонни на втором месте, да? На первом. Блин. На первом.
Не, ну в плане, не, типа он второй ходит, да. Только бы Джонни Твой. То, вот реально, тебе должно повести так, чтобы мне выпало говно просто. Только бы Джонни не дошел, пожалуйста, просто, пожалуйста. До сундука? Ну это, кстати, девятый ход из десяти. Я вообще еще ни одного сундука не взял. Я бы хотел глянуть вообще, что за посох, как бы. А я долечу? О. Да, вроде долечу. Ну, Джонни, пропускай, мы посох. А, игнорируй. Все, я понял. Мы да сейчас ну посох на... зачекаем, подожди. Всем интересно. Игнорируй, сейчас посох посмотрим, ты и так выиграешь, игнорируй. Мы хотим посох посмотреть, что он делает. О, красава! Тебя развели как лоха, блядь. Развели просто. Да мне похуй, ребята. Я для себя победитель. Я для себя победитель. Я для себя победитель. Мне похуй, я победитель для себя, нахуй. Не, сейчас будет, конечно, капец некрасиво, если мы завезем посох на Джонни, и у него станет ключей меньше, чем у Андрея. И Андрей победит. Я буду проклинать вещи Андрея. Он будет самой главной целью моей. Я просто буду везде. Черный выпадет. Просто будет ему пизда полная. Тварь! До свидания, хайпер. Джонни, я не знаю, что это посох делает. Лёжа, лох. Давай, Андрюша, посмотрим на посох. Тогда в твоих интересах не на мне его юзать. What the fuck? Это что? What the fuck? Это что такое? Это что? Это шинный удар, блядь. Куда ты ударил? Что это за девчачий удар? Это крыса. Что ты сделал? Это кролик. Это кролик. Кролик? А что не петух? Что он делает? Что он делает? Я не знаю. Хули он стал там? Заебись, просто полкарты обижал, чтобы ударить по земле и хуйню белую заспавнил. Но он же что-то сделает? Лохота! А чё он реально? У нас новый Похода, игрок? Похода типа! А почему не да трусы? Да ладно! Нифига он там почилить сел или чё он? Нормально. Морковочку покрыть слушай, чисто. Прикольно. Блин, там ещё есть, по-моему, два предмета, которые надо будет обязательно посмотреть уже в следующем... Олег допизделся. А мы первый полетел. Блять! Не, еще, ребята, это тильт. У меня в последнее время очень много тильта как-то в жизни, походу. Это сказывается, это реально сказывается. Давай, ладно, давай, да, все, выйдем. Да ёб ты носатый. У нас преимущество. Надо записать серию, где мы тестим еще два оставшихся предмета, потому что там какая-то турель нереально осталась. Серьезно? Это бильярд. О, спасибо, что спас меня. Как это произошло? Как это произошло? Объясни. У него голова воткнулась в снег просто. Эй, воткнулась чисто. Давай зеленого выкинем. Андрей, а где твой заяц-то, скажи? Я не знаю, где он, но он где-то... О, ну зеленый, вон, все, давай файтимся. Все, давай. Мужики, бодаемся. Объединение, фу. Давай, ломай, Джонни, ломай его. Да, видишь, у меня преимущество на массе. Да он жирный, сука. На массе, блядь, на массе. А что я как страус вниз просто башкой улетел? Так. Не, это просто, это... Стой. НЕЕТ! Так, вот так, и, бля, вот самый первый улетел. Хорошо. Да, блядь, кто имеет. Хорошо. Опа! Нагибал. Все равно первый. Вот так вот. О, видали мышцы. Все равно телепорты, смотрите. Четвертое место. Ты думал, будет бас? Ну-ка, а что кролик делать будет? Друзья, он что-то... Чисто почили решил. Давай... Почему не крыса там? Это последний ход, пацаны, так что, типа, юзаем предметы, которые остались. Джонни, юзай подарок! Подарок надо было юзнуть! Я тебе это... Тупая. Да я тебе, типа, башке стрельнул. Просто тупая, на. Слышишь, ты петух, че там кудакчешь, блядь, давай со своими, сколько там у тебя? 13 ключей! Почиль давай. А че, там есть кто-нибудь возле сундука? Так. Так, рот, слышь. Андрей, не... блин, уже петушиный поздно, блин. Поступок. Так он все равно. Так, а я мог взять сейчас этот сундук, если бы не девятка выпала, я бы выиграл. Уже девятка. Сейчас смотри на мои ключи. Кстати, реально. Я бы выиграл, это петушиный поступок. Андрей, ты такое сейчас сделал. Такую подливу просто. Ты смотри мою цифру, 9, я бы сейчас выиграл. Ебать вылетело. Петушара, сука. Кирилл мог вы... Просто кофе. Да я его задавлю нахер. Знаешь, ты бы раздавил кролика за миллион долларов, он бесплатно просто Кирюха давит этого. Я просто рукой бы удавил просто это животное. Я не знаю, что делать, Кирилл. А, не успел. Да что, смысл? Давай, марафонец побежал марафонец, давай на последнем месте. Андрей, ты просто у меня забрал первое место. На, нахуй еще в стенку. Из мусорки просто, оп, здравствуйте. Реально, просто урна стояла. Леша, юзай ключи. Юзай, Андрей, забирай ключи. А, ты никак не будешь. Я нет, я хотя, стой, ты мог на третьем месте быть, ты мог ключи. Тупая, блядь.
Ты бы выиграл сейчас, Лёх. Лёх, ты бы сейчас выиграл. Лёша за игру три раза телепортировать никого не смог. Побежала лысая снега просто. Блять, тупой кролик, нахуй. Ребята, ну, пойдите, ребят, познакомьтесь, вот познакомьтесь, просто ворвался. Но сейчас еще не все, погодите, сейчас смотрите. Победите! Вручение наград. Наконец-таки у нас русский язык, наконец-таки это перевели. Итак, вручение наград. Если вы хотите, чтобы мы учитывали другие показатели, вы всегда можете изменить игровые правила. Окей. И нанесено урона больше всех. Кофе лох. Я сначала увидел... Ой, тут трофеи прибавляют. Да. Полученных ключей больше. Конечно, я! А, серьезно? Посмотри, это я! Это я, ребята! Ну и последнее, выигранных мини-игр больше всех. Конечно, я просто победитель всех! Я победитель всего! Следующая серия будет реважна, я тебя буду наказывать еще. А вот там накажешь. Так, все испытания позади, пришло время назвать нашего абсолютного победителя. И это... Абсолют! Сука ты, блядь! Кто это сказал? Кто, блядь, в зале? Сука носатая. Кто в зале это сказал? Трой, поздравляю с победой. Спасибо.